Глава 39. Грядущая буря. Часть 1. Все мы уйдем когда-нибудь. Просто я надеялся на что-то более героическое. Души. Душа, духовное начало и сущность пони, фундаментальное ядро их жизни и естества, которое существует вне биологии, плоти, крови и нервных импульсов. Я видел эмпирическое доказательство реальности душ. Более того, мои верования в загробную жизнь, где души мертвых пони продолжали существование в вечном покое, и в трансцендентальные души Селестии и Луны в качестве богинь, приглядывающих за нами с любовью, жалостью и надеждой, все это превосходило основы знания и являлось прерогативой веры. Но две вещи я знал наверняка. Души обладают жизненной силой, а также душу трудно уничтожить. Не было способа узнать наверняка, была ли уничтожена черная книга. Но если и нет, она была погребена под камнями или вплавлена в кратер из стекла. Черной книге не обязательно было быть проводником жуткого космического ужаса. Ее страницы не обязательно должны были быть наполнены богохульной магией, чтобы развратить находящихся рядом с ней. Достаточно было и того, что книга стала пристанищем злобной и порочной души. Души безумного вредоносного зебра. Зов черной книги достигал тех ее окружающих, что были предрасположены к ее влиянию. Два аликорна вошли в тронный зал. Одна почувствовала присутствие черной книги, другая нет. Каламити не отреагировал на нее, когда она ее нашла. Другие мои друзья находились рядом с ней во время путешествия. Но в моем разуме потайные зазубренные крючки были еще до того, как я заполучила книгу. Мы столкнулись с двумя аликорнами, поддавшимися влиянию черной книги даже без визуального контакта с ней, или излучение ее страниц. Прозревающая тьму подверглась трансформации из-за близости книги. Она была одной из тех, кого богиня послала найти книгу. Сделала ли телепатия ее особенно беззащитной? Заполняла ли черная книга пустоту в ее голове, оставленную отсутствием богини? Я была уязвима для нее. Мои слабости, зависимость, любопытство и стыд от владения лишь одним заклинанием придали ей силы. Душа черной книги была особенно древней и могущественной. Я владела книгой меньше, чем 2 дня, и она уже начала искушать меня, сперва неуклюже. Книга не была телепатом, как богиня. Большинство страхов в своих кошмарах представила я сама. Книга лишь использовала мои лихорадочные ночные фобии как инструмент. И все равно у меня не нашлось силы в одиночку противостоять ее первым пробным атакам. Быть способной выстоять против этого влияния, в то время как она беспрерывно пытается разрушить тебя, сохранить хоть часть себя после лет, проведенных с книгой, не говоря уж о том, чтобы принять ее порочные дары и создать нечто благородное и хорошее для других, ой, это потребует уровень эмоциональной стойкости и силу духа практически за пределами понимания. Будь непоколебимой. Как часто приходится этим пони с прошлого через сияние их души давать мне понимание, которого у меня нет, или давать мне силы тогда, когда своих уже не осталось. Они спасали и направляли меня с тех самых пор, как нашла Эпплджек в старой Эплузе. Их сила росла с каждой статуэткой, которую я находила, но только после того, как я собрала их всех вместе, они смогли на меня влиять сильнее. Я верю, что Рерити не случайно появилась первой. Мой разум и душа в одно мгновение превратились в поле битвы между двумя враждующими влияниями. Одна могущественная душа зла и безумия против 6 осколков, сияющих добродетелью и надеждой, Рерити, и 5 ее ближайших друзей. Кусочки души статуэток не были по-настоящему министерскими кобылами, я полагаю, они были скорее частями души Рерити, носящими прекрасную маскировку, но они светились истинной природой тех других пони. Они горели любовью, состраданием, добродетелями и благородством каждой из министерских кобыл. Они были вечными, метафизическими образами глубочайшей истинной природы тех пони, светившимися подобно маякам, наполненных сияющей частью самой Рерити. Рерити, чьи магические способности всегда находились в тени способностей Twilight Sparkle, казалась легкой добычей для черной книги. Это было не так. Она неспроста была носителем одного из элементов гармонии. И когда образы душ министерских кобыл были собраны вместе, они принесли внутренний огонь, который питает элементы гармонии. Они оказались более сильными даже как осколки, чем целая душа,
находящиеся в книге, или, по крайней мере, достаточно сильными, чтобы дать мне силы не поддаться ей. Если черная книга не смогла противостоять кругу министерских кобыл, когда они были лишь осколками, то как она могла устоять против всей души Twilight Sparkle, единой с душами трех самых магически мощных кобыл ее времени? Черная книга не телепат, но она может чувствовать души вокруг, инстинктивно знать, кем она может манипулировать и кем не может. Во время последнего искушения книги чувствовалось ее отчаяние. Душа зебры не могла знать, что я собираюсь уничтожить этот сосуд души. Это была реакция на что-то другое. Черная книга чуяла богиню и была напугана. Что происходит с душой, когда больше нет тела? Что держит ее? По-настоящему ли она трансцендентна? Развивается ли она, несдерживаемая более, как водород из лопнувшего шарика, пока не перестает быть душой, становясь неотличимой от окружающего мира? Что насчет душ, запертых вместе в том ужасе, которым была богиня? Но и целью было уничтожение физической составляющей богини и освобождение душ, запертых внутри, чтобы позволить Twilight Sparkle, Trixie и другим обрести мир, который они заслужили и в котором им было отказано. Я не ожидала, что богиня попытается спасти своих детей, но также не ожидала и воздействия шести шаров памяти. Показав те воспоминания богини, я пробудила нечто в Trixie. Богиня словно потеряла себя, и я верю, что часть ее была способна вновь себя найти в тех воспоминаниях. Шар-звезда был создан для сравнения. Показывая его богине, я действовала как зеркало Рэрити для Пинки Пай. Так же, как я надеялась, воспоминания из шара воздушного шарика расшевелили, чтобы там не осталось от Twilight Sparkle. А что насчет моей души? Если бы я умерла здесь, приняли бы меня Селестия и Луна или отвернулись бы в ужасе и отвращении? Я знала, что я сделала. И моя душа почернела от этого. Я наконец-то сделала этот шаг с утеса, пожертвовала нравственностью и добротой для спасения Эквестрийской пустоши. Я стала красным глазом, насквозь, до глубины души. И за это придется заплатить. 38 минут были кучей времени, но это время с самого начала было не для меня. Оно было, чтобы Ксенит и Каламити спаслись. Я же была готова завершить свою жизнь. 38 минут хватило бы Аликорном богине, чтобы перевернуть вверх дном Марипони, найти бомбу и обезвредить ее, неважно, какой там красный глаз установил таймер. Но жар-бомба никогда и не была в Марипони. 38 минут не хватило бы Аликорном, чтобы прорваться через лабиринты тоннелей адских гончих и найти бомбу, спрятанную в десятках метров под основанием Марипони. Подземная детонация жар-бомбы произошла прямо под нами. Я очнулась в кромешной темноте. Мне было плохо, даже хуже, чем в последние дни. Мое тело горело. Во рту было сухо, живот был скручен болью, но блевать было нечем. Тело было покрыто потом. Нижняя часть меня была придавлена огромным весом, и это напомнило ночной кошмар, когда я была придавлена стеной, рыдая и наблюдая, как Каламити и Вельвет Ремеди уходят от меня. Ниже в темноте слышалось шипение. Пол был под наклоном. Я бы скатилась в шипящую темноту, если бы не была придавлена. Мой пибак тихо потрескивал. За эти несколько ужасных минут я не могла понять, где же нахожусь. Потом вспомнила бомбу. Вспомнила, как бежала в комнату безопасности. Удар по аварийной кнопке. Многое из того, что было после, ускользнуло из моей памяти. Оставшиеся воспоминания путались. Но я помнила ощущение грандиозного бом! Откуда-то из-под ног. Ощущение толчка, подкинувшего всю комнату в момент, когда взрыв уничтожил все вокруг. Несколько секунд невесомости, затем ничего. Щелк, щелк. Я включила лум. Интересно, когда я успела его выключить? На его экране мелькнуло с десяток предупреждений. Комната безопасности пережила два взрыва мегазаклинаний. Один из них почти в упор. Но комната где-то получила микроповреждение в защитной стене, и теперь излучение проникало внутрь. Спасибо Твайлайт и ее министерству, что я осталась жива, и что, несмотря на огромную температуру снаружи, эта комната не стала невыносимой печью. Но моя доза радиации быстро приближалась к смертельной. Я левитировала антирадин из моих сидельных сумок, предвкушая его ужасный вкус. Согласно моему сортировщику инвентаря, медикаменты, которые у меня были, несколько лечебных зелий и флакон с мазью ксенит против кровотечения, полностью закончились. Я успела побывать в сознании после падения, но этого не помнила.
Магия комнаты безопасности должна была защитить меня от воздействия взрыва огромной силы, но даже в этом случае при падении я должна была нехило так шмякнуться. Мне очень повезло, что я не сломала шею. Или что-нибудь еще. Согласно показаниям Лум, я была на удивление невредима для умирающей кобылы. Погодите, разве со мной здесь не было кого-то еще? Вглядываясь в темноту, я пыталась вспомнить. Компас Лума показывал, что рядом никого нет. Я подняла свою пип-ногу и включила фонарь. О, милосердные богини! Фонарь моего пип-бака осветил низ комнаты, наклоненный под безумным углом. Стойка терминалов была вырвана из стены. Бетонный потолок рухнул, обнажив фиолетовый металл. Большой кусок бетона упал на меня, придавив собой. Комната была на треть наполнена мутной водой, бетонной крошкой и обломками шкафа. Тонкая струйка вырывалась из трещины в стене. Что-то плавало в темном бассейне подо мной. Это был более просторный гроб, нежели чем исцеляющая кабинка. Глупо с моей стороны было подумать, что это помещение сможет меня спасти. Я оказалась запертой в ловушке, и даже если бы смогла сбежать, то мгновенно погибла бы снаружи. «У меня закончилась еда, а водный талисман в комнате безопасности, по-видимому, поврежден», — говорила Твайлайт Спаркл. «Во всяком случае, я точно уверена, что чистая вода не должна быть такого цвета». Водный талисман был заражен порчей. Тело Амброзии было скрыто под водой в основном. Ее тело было раздавлено и изуродовано порчей. Бесформенный кусок плоти торчал из шлема, словно язык. Мясистый, ужасного вида червяк плавал на поверхности воды. Я закричала, когда поняла, что это одна из моих задних ног! После нескольких минут ужаса я поняла, что чувствую обе свои задние ноги. Едва дыша, я направила свет под плиту, придавившую меня, пытаясь под нее заглянуть. Обе мои ноги были на месте, целые и невредимые, вот только на одной была еще розовая кожа с легким пушком. Я потеряла ногу при падении и отрастила ее обратно. Я уже не думала, что возможно почувствовать себя еще хуже, но я ошибалась. Глубокий душераздирающий ужас заполнил меня, когда я осознала, что уже даже не пони, я была чем-то другим. Я хотела рыдать и кричать. Гулем ли я стала, превращенная бомбой? Или эта порча так повлияла на меня? Насколько я отличалась теперь от детей богини? По крайней мере, излучение должно было убить меня раньше, чем комната успеет заполниться настолько, что я утону. Если, конечно, я не стала псевдо-аликорном. Настолько, что это излучение меня уже не сможет убить. Я молилась, чтобы это было не так. Пожалуйста, пожалуйста, Селестия, молю тебя, сжалься надо мной. Я выключила фонарь. Лучше уж ничего не видеть. Что-то вывернуло защитную комнату. Бетонная плита сдвинулась, обдирая мою кожу, оставляя кровавый след. Раны уже затянулись, когда я попыталась закрепиться, боясь, что плита может соскользнуть. Потом я почувствовал, как вся комната приподнялась и зависла в воздухе. Зараженная вода омыла меня, когда комната накренилась. Деформированный кусок плоти, некогда бывший моей ногой, поплыл ко мне. Я вскрикнула в ужасе от слизистого прикосновения моей оскверненной бывшей конечности. Жуткий скрип наполнил воздух, металлические ставни на окнах отвалились, открывая подсвеченное фиолетовым облачное небо, наполненное парящим пеплом. Бронированное стекло потрескалось, острые осколки зависли, затем их сдуло прочь. Мой пип-бак начал трещать быстрее. Где-то надо мной я увидела темный силуэт фургона и свечение, исходившее, как я подумала, от Пейерлайт. Но потом я поняла, что этот свет исходил от Пегаса. Мои друзья пришли, чтобы спасти меня? Как? И какой ценой? Эх, Каламити, думала я, плача без слез, что же ты наделал? Но что-то было не так. Пурпурное свечение окутало меня, другая его часть оттащила плиту с моей ноги. Меня левитировали отсюда через разбитое окно. Супер-аликорн, настолько темного фиолетового цвета, что казалось почти черный, смотрела на меня светящимися глазами, небрежно отбрасывая комнату безопасности, без видимых усилий демонстрируя такой уровень телекинеза, от которого я бы перенапряглась. Облака над нами казались ужасно близкими. Я посмотрела вниз. Мы были очень, очень, очень высоко! В прекрасной долине под нами зиял уже второй кратер, все еще светившийся после произошедшего. Хлопнув крыльями,
Она взлетела на уровень фургончика над нами, левитируя меня за собой. Я одновременно поняла, что этот фургончик не небесный бандит, и что светящийся Пегас не Каламити. Дидзиду! Супер-облученная Пегас-Кагуль счастливо улыбнулась мне, и болезненный золотисто-зеленый свет полился из ее рта и от ее зубов. Существа радиации не просто лечатся ей. Если они достаточно ее поглощают, то вырастают более сильными, более мощными. Дидзиду прилетела в прекрасную долину, чтобы найти меня. Она спасла меня, она и... Супер-Аликорн посадил меня на переднюю скамейку курьерского фургончика абсолютно все, прицепленного к Дидзиду. Без свечения ее рога небо перестало быть пурпурным и сменило оттенок на болезненно-зеленый. Мой пипбак трещал, как сумасшедший. Мы были на достаточной высоте, чтобы уровень радиации от воронки спал до средней херовости, но Дидзиду источала столько радиации, что спасла меня, ну, очень ненадолго. Светящаяся Пегаска улыбнулась и указала назад на фургон. Я обернулась и посмотрела в небольшое окошко. Внутри фургона стояли ящики антирадина. Пакетики светились манящим апельсиновым светом. Я быстро левитировала к себе несколько и начала пить, обернувшись, чтобы поблагодарить ее. Я остановила свой взгляд на кьюти-марке Супер Аликорна. Большая розовая звезда, окруженная маленькими белыми звездочками. Супер Аликорн невозмутимо молчала. Ее взгляд, казалось, застыл на моих сидельных сумках. И тут меня озарило. Богиня отправила своих детей спасаться. Однако она была телепатически связана с ними, когда ее тело было уничтожено, и бесчисленные души пони, которые были заключены в ней, стали свободны. Некоторые, самые сильные, нашли путь к ее детям. Одержимость. Но тела уже имели собственные души. Вряд ли это могло продолжаться долго. Кьюти-марка на боку Супер-Аликорна уже начала тускнеть. Я вскарабкалась. Если это каким-то образом была Twilight Sparkle, то ей просто необходимо было кое-что услышать. Я прибавила звук в наушники и левитировала к ней, находя нужный файл. Голос Пинки Пай, металлически искаженный, зазвучал вокруг. «Привет, Твайлайт, это я!» «Я хочу сказать, ты сейчас со мной, так что ты как бы будешь со мной в любом случае. Но это не то же самое. Я хочу реальную Твайлайт Спаркл. Я хочу свою подругу назад. Пожалуйста, я все сделаю!» Супер Аликорн колебалась, как бы парализованная звуком, пока сообщение не закончилось. Затем, ни слова не говоря, она развернулась и стала улетать. Кьюти-марка на ее боку уже совсем исчезла. «Твайлайт, подожди!» — кричала я вслед исчезающему Аликорну. «Стар Спаркл еще жива! А Спайк?» Но та часть Твайлайт Спаркл, которую мои слова были способны достичь, уже ушла. Испарилась. Или, как надеялось, мое сердце просто уснуло. У меня не было слез, а я хотела плакать. Я выпила еще омерзительного антирадина, а Дидзиду развернулась и повезла нас прочь из прекрасной долины. Дидзиду спустилась ниже, как только мы достигли края долины. Мы летели вдоль границы, двигаясь более медленно. Мы что-то искали. Я хотела спросить, что именно, но Дидзиду не могла бы ответить. «Что ты сделала? Что ты только что сделала?» Прозвучал голос Амброзии у меня в голове. Я постаралась вспомнить. Я говорила ей о бомбе. Я уверена в этом. Не помню точно, что я сказала, но раздраженная кобыла с энергомагическим боевым седлом точно не вызывала желания лгать. Она отреагировала тем, что попыталась вызвать Харбинджера через передатчик, встроенный в ее шлем. «Эта комната спроектирована так, чтобы выдержать мегазаклинание», — напомнила я ей. «Твое радио не сможет проникнуть через нее». Она в панике смотрела на меня. «Я должна сообщить Харбинджеру! Он должен выбраться! Мы должны отступить!» Эти слова вызвали у меня только приступ страха. «Сколько пони снаружи?» Земля шла медленно под нами. Больше я ничего не могла вспомнить. Я заметила их. Дружественные точки на компасе Лума, прежде чем увидела на самом деле. Когда мы приблизились к поляне недалеке от разрушенного лагеря Красного Глаза, появился Стилхуфс, стягивающий камуфляжную сеть с небесного бандита. Вилет Ремеди, Ксенит и Каламити показались изнутри. Они выглядели изнуренными, усталыми и оборванными. Каламити немедленно поднялся в воздух, пока Вильвет и Ксенит наблюдали за небом. Не доставала Пейерлайт. «Где Пейерлайт? Нашла что-нибудь в этот раз?» — крикнул мой друг Пегас. Я попыталась скачать, но у меня просто не хватило сил, поэтому я просто махнула. Они так или иначе все равно не могли меня видеть. Дидзиду была слишком яркой.
Дидзиду подлетела к ним поближе и зависла на краю поляны. Я приняла еще антирадина, когда она махнула каламити в ответ. Я чувствовала себя слабой, полумертвой. Сейчас мое тело было мне чуждо. Я больше не была собой. Но все это меркло в сравнении с радостью от мысли о предстоящей долгожданной встрече. Я должна была попасть в башню Тенпони, очиститься от порчи, оценить, что осталось от меня, и если Хамэйдж захочет остаться со мной, остаться с ней и моими друзьями навсегда. Но весьма короткое навсегда, к сожалению. Я очистила путь для вознесения Красного Глаза, и у него была целая армия единорогов, которых он планировал принести в жертву. После расправы с угрозой со стороны богини Черной Книги передо мной теперь стояла новая задача — ринуться в вечно дикий лес и спасти тех единорогов из собора Красного Глаза. Скорее всего, у меня было не так уж много времени. Теперь, когда Красный Глаз не мог больше полагаться на защиту аликорнов, он, вероятно, намеревался действовать быстро. Но у меня не было сил даже с тараканом сражаться, не говоря уже о штурме крепости. Мое тело ныло, моля об уходе и отдыхе. Я не могла заставить его двигаться, пока не получу ни того, ни другого. «Эй, это Литл Пип!» — с восторгом закричал Каламити. «Эй, ребята, Дидзи Литл Пип вернула, она жива!» Вельвет, Ремеди и Ксенит затопали, аплодируя. Вельвет благодарно вскрикнула. Стилхуф тихо заржал. «Хвала, Эпплджек!» Он повернулся к остальным. «Ладно, уходим отсюда. Не люблю находиться в одном месте так долго. Особенно вблизи...» Земля треснула. Фонтаны грязи рванули в воздух, когда полдюжины адских гончих вырвались из-под земли. Дидзиду рванула вверх, когда одна из них крутанула свою энергомагическую винтовку и выстрелила в нас. Вильвет Ремеди закричала. Каламити завертелся в воздухе, ударив по рычагу на боевом седле, он сменил патроны. Одна из гончих приблизилась к Ксенит, проводя резкий толчок. Зебра поднырнула под удар и, повернувшись, легнула адскую гончую в грудь, повалив ее. Стилхуфс открыл огонь. Его гранатомет разорвал на куски одну из гончих, едва та успела прицелиться в Ксенит и Вельвет своим мультикристальным магическим дробовиком. «Живо, фургон!» — крикнул Каламити, поразив выстрелом гончую, пытающуюся забраться в небесный бандит. Почва под Стилхуфсом взорвалась, и адская гончая вырвалась из-под земли. Ее когти полоснули по длинной дуге, прорезаясь сквозь броню. Бронированное тело Стилхуфса упало на растресканную землю с тяжелым звуком. Его бронированная голова отлетела на несколько метров в сторону. Мир остановился. Битва все еще кипела, но где-то очень далеко. Все цвета и звуки поблекли, оставляя лишь меня, биение моего сердца и медленно катящуюся голову Стилхуфса. Стилхуфс был мертв. Холодный, влажный озноб пробежал по моему телу. Не было ни единого шанса исправить это. Я видела, как Ксенит обезглавила контрлотскую зебру. Но маленькая пони в моей голове дрожала, не желая это признавать. «Нет, нет!» — настаивала она. «Сейчас будет ужасный корежущий звук, и он снова будет рядом с нами, как всегда!» Стилхуфс был мертв. Я не могла пошевелиться. Не могла ничего почувствовать! Не могла дышать. Мой разум закрылся. Механизм заклинило. Адские гончие не собирались давать мне время на размышления, тем более на скорбь. Адская гончая, убившая Стилхуфса, шагнула вперед, ее когти впились в шлем Стилхуфса. Она повернулась и швырнула бронированную голову моего друга, пытаясь сбить нас с неба. Дидзиду уклонилась, и голова Стилхуфса жестко ударилась в фургон, рядом со мной расщепив древесину. Удар разбил фонарь на его шлеме. Что-то оборвалось у меня внутри. Мой рог взорвался светом, слой за слоем его окутывало сияние, ярче даже, чем Дидзиду. Свет окружил адских гончих, всех, и выстрелил ими в небо, поднимая выше и выше, пока они не превратились в черные точки. Потом они исчезли совсем. «Стилхуфс!» — вскричала Вельвет, бросаясь к павшему безголовому телу и обивая его копытами. Все остальные повернулись и выпучили глаза, внезапно осознав, что мы только что потеряли одного из нас. «Бум!» — землю тряхануло, когда первая гончая упала с неба. Обезображенное, изломанное тело сплющилось. Бум-бум-бум-бум-бум! Ты хоть знаешь, что такое жар-бомба? Еще одна вспышка памяти, когда мы приблизились к новой Плузе. Мы летели низко, двигаясь быстро. Ксенит стоял на крыше небесного бандита, следя за облаками. У меня сложилось впечатление, что нам стоит идти пешком, но мое состояние было чересчур тяжелым, чтобы даже пытаться. «Лететь больше небезопасно!» — окликнул меня Каламити, летя так близко к фургончику абсолютно все, как только можно, чтобы не страдать от дидзи-облучений.
Грёбаный анклав повсюду разослал патрули, и все, что не на земле, так и стремится привлечь их внимание. А небесный бандит не так уж и неприметен, особенно учитывая наш прорыв сквозь облака в прошлом месяце. Не светил нам перерыв. «Ты уверена, что видела в Марипоне Харбинджера?» — спросил Каламити, как только мы замедлились. «Так он себя назвал», — отозвалась я, злясь на то, сколько усилий ушло на крик. «Проклятие! Я понял, что-то крупное затевается, когда целый полк анклава спустился в Марипоне. Мы с Ксенит еле унесли копыта оттуда. Но мы еще и подорвали одного из членов Верховного Совета? Хм, я мог бы использовать одно из твоих креативных ругательств насчет этого Little Pip», — нахмурился Каламити. «Поздравляю! Мы только что объявили анклаву войну!» «Ай-яй-яй!» Но, скорчив гримасу, я поняла, что анклав показался там, зная, что Красный Глаз замышлял что-то против богини. Если уж на то пошло, за этим взрывом они должны были заподозрить именно его, а я выглядела бы как его агент. Что, кстати говоря, именно так и было. С точки зрения анклава, Красный Глаз только что объявил им войну. Я увидела Пейерлайт, кружащую над городом единственную хищную птицу. Она издала крик, как только оба наших фургона приземлились. Дидзиду поставила свой фургончик недалеко от небесного бандита. Пейерлайт спикировала и скрылась в городе. «Может быть, он успел уйти?» — вяло предположила я. «Ну вот уж вряд ли!» — ответил Каламити. «Как только аликорны смылись, огромный щит обернул весь Марипони. Я думаю, она пыталась забрать тебя вместе с собой. Никто не выбрался!» Или она пыталась сдержать взрыв, защитить ее спасающихся детей. Только телепатия могла пройти сквозь щит такой силы, созданной самой богиней, до момента, когда бомба убила ее. Это если предположить, что она не знала, что бомба находилась внутри щита. По правде, жар бомба была заложена достаточно глубоко под объектом, чтобы запросто оказаться вне щита. И если она подозревала об этом, то, может, она пыталась спасти себя. В любом случае, это не имело значения. Мега-заклинание оказалось сильнее мощи богини. «Это магический огонь», — предположила я, отвечая на вопрос Амброзии, хотя я понимала, что и впрямь не знала, чем же была жар-бомба, кроме зеленого пламени и радиации. «Это карманное усиленное некромантией дыхание дракона», — сказала мне Амброзия. «Магический разрушительный тип драконьего дыхания, способного отправить тебя в какое-либо место. В случае жар-бомбы, скорее всего, примехонько в преисподнюю». Основываясь на одержимости супер-аликорна, которая наверняка была обычным аликорном, пока Twilight Sparkle не полетала по новообразовавшемуся в прекрасной долине кратеру в поисках выживших, догадка Амброзии была почти наверняка ошибочной, но от самой идеи все равно бросала в дрожь. Меня вдруг поразило сказанные Рерити слова. «Я даже просила Спайка сжечь ее!» Добилась лишь того, что она отослалась принцессе Селестии. Я задумалась, вспомнив Спайка, сжигающим пони анклава прямо в ее броне. Смотреть на это было ужасно больно, но было чуть легче представить, что он отправил ее душу к Селестии. Что еще раз напомнило о жестокой реальности, о теле, лежащем в небесном бандите? Должны ли мы были кремировать Стилхуза? Согласился бы на это Спайк? «Мы не можем остаться здесь», — сказал Каламити. Привычная бодрость его исчезла из голоса. Он посмотрел на Дидзиду. «Никто из нас!» Дидзиду печально кивнула. Она опустила одну из своих дощечек и написала на ней. «Это навсегда?» «Не! Думаю, излучение исчезнет! Так же, как и из Пейерлайт! После подпитки в Филадельфийском кратере!» Заверил ее Каламити. «Но Пейерлайт потребовались дни, чтобы вернуться к нормальному состоянию!» Напомнила ему Вильвет. Ее глаза были еще мокрыми, отпухшими от слез. Она сидела рядом с головой и телом Стилхуза, оберегая их. И Дидзиду получила больше радиации, чем Пейерлайт. Это может занять недели? Милая кобыла Гуль смотрела с паникой в глазах. Она быстро стерла все со своей дощечки и написала большими буквами «Сильвер Белл». Вильвет Ремеди кивнула, грустно улыбнувшись. «Я останусь здесь и буду за ней присматривать». «Ты не можешь». — наконец заговорила я. — Нас не пустят в город. Ксенит выглядел удивленный. — Нас и не пустят? — спросила она. Ее экзотический голос выдал ей собственную тоску. — Когда это мы успели оскорбить этот город? — Сдолго до тебя, — сказал Каламити. — Тогда, когда мы еще были втроем, Литл Пип, Вильвет и я. — Ну, кажется, тогда меня пустят, — подытожила Ксенит.
Повернувшись к Дидзиду, она мягко улыбнулась. «Было бы приятно присмотреть за Сильвербелл, пока ты будешь далеко». Дидзиду, забывшись, подскочила к зебре и заключила Ксенит в плотные, хотя и мягкие объятия. Ксенит застыла, но ничего не предприняла. Пегас-Когуль быстро отступила и написала на своей дощечке «Извини». «Слушай, Дидзи», — предложил Каламити, — «кажись, я знаю, где тебе смогут помочь. Есть одна кобылка в городе Дружбы, которая изучает радиацию и ее воздействие на разных существ. Ежели кто и может помочь тебе быстро очиститься от этого, так только она». Дидзи ярко улыбнулась, один ее глаз закатился вверх, и было видно, как она сейчас сдерживается, чтобы не обнять Каламити. «Почему бы тебе в этот перерыв не слетать с нами?» — предложил Каламити. «В одиночку-то небезопасно, а мы как раз туда направляемся, а, Литл Пип?» «Башня Темпони». Я кивнула, понимая, что мы не могли кремировать тело Стилхуза. Мы не имели права так поступать. «Сначала Фэтлок. Мы должны передать Стилхуза в стойло 29». Массивные ворота Новой Плузы с грохотом открылись. Сильвер Белл бежала впереди грифона-телохранителя, которого я видела с Дидзиду перед тем, как улетала. Ее глаза округлились, как только она увидела Дидзиду. «Мамочка, ты выглядишь как Пейрлайт!» Маленькая лавандовая кобылка рванула через дорогу перед нами, пытаясь добежать до нее. Ксенит быстро поймала ее, не давая подойти ближе. «Мамочка!» Я услышала сдавленный звук. Я не была уверена, была ли это Вельвет или Джидидзиду. Светящаяся пегаска положила дощечку, стерла копытом имя Сильвербелл и написала что-то, потом подняла табличку снова. Сильвербелл пыталась вырваться из сдерживающих ее объятий, но, будучи не в силах, начала плакать. Дидзиду приблизилась на полпути к тому месту, где стояла Ксенит, держащая Сильвербелл, так близко, как только могла, и поставила дощечку на дорогу. «Держись подальше, милая. Мама ядовита». Облака темнели, предвещая грозу в эквестрийской пустоши. Прямо по поверхности облаков двигались тени. Мы увидели, как одна за другой эти тени стали выходить из-за облаков, принимая форму огромных черных боевых кораблей. Каждый корабль представлял из себя огромный ангар с платформами для массивных энергомагических орудий, несомый черными грозовыми тучами по бокам и приводимый в движение десятком вращающихся пропеллеров. С помощью бинокля я едва могла разглядеть черные точки, которые были бронированными пегасами, группами, патрулирующими пространство между боевыми кораблями. «Рапторы!» — угрюмо прокомментировал Каламити, наблюдая, как корабли снижались, незначительно меняя курс. «Биться драконов!» Я позволила своей магии угаснуть, бросая бинокль на землю рядом с собой. Я даже не могла подобрать достаточно красочных метафор. Все, связанное с рогом Луны, казалось мне сейчас глубоко неуместным. Мой взгляд нашел Дидзиду, яркую точку света. Она была обернута свинцовым плащом, который забрала из собственного магазина. Сбоку свисала старая почтовая сумка. Но ее копыта и крылья продолжали светиться, как горящие изумруды. Я вспомнила, как Диджей Пон 3, вернее Хамейдж, сказала, что почтовая пони доставила письмо от Дидзиду. Кожа под броней зудела и чесалась. Моя шерстка начала отрастать на задней ноге. Моей новой задней ноге. Сама мысль об этом казалась глубоко неправильной. Я выпила достаточно антирадина, чтобы вывести большую часть радиации из моего тела, даже с учетом моей поездки в фургончике абсолютно все. Но все равно внутри я чувствовала себя больной и перекошенной. Мы приземлились у подножия холма, скрывающего от нас коттедж Трикси. В теории мы остановились, чтобы перекусить, но никто не хотел есть. Мой желудок был не готов что-либо переваривать. Дидзиду не нуждалась в пище, и ни у Каламити, ни у Вельвет не было аппетита. Они оба просто смотрели на свои консервированные бобы, пока Дидзи не прогрессовала мимо, уронив табличку, на которой было написано: «Ваши бедные бобы тоскуют. Они скучают по своим друзьям-желудкам. Хотят быть с ними вместе». Каламити едва заметно ухмыльнулся и немного поел. Вельвет Ремеди только грустно улыбнулась. Я выпила еще антирадина. «Не спускаются с неба последние 2 дня», — проинформировал Каламити. «Пони от страха с ума посходили. Начали прятаться. Вся хренова пусто, что она перешла на военное положение». Он искоско глянул на меня. «Не взяли контроль над радиовещанием и Тимутром. Над обоями Красного Глаза и Диджея Пон 3. На радио теперь анклав. Круглые сутки».
Надев наушник, я включил на пип-баке радио, стараясь не обращать внимания на чувство, будто внутри меня все перекручено. И вместо музыки Homage или голоса диджея Pond 3, я поймал конец гимна пегасов. «Приветствуем вас, жители Эквестрии! К этому времени вы уже видели наши корабли в небе над вами. Возможно, наши пегасы уже приземлились на вашей улице. Но не нужно тревожиться. Наши разведчики всего лишь оценивают текущую ситуацию, после чего мы решим, как сможем помочь вам». Я выключил его. Я слышал пропаганду и получше от Красного Глаза. «Я стараюсь не допустить сомнений в собственной правоте», — признался Каламити. «Я ушел, когда понял, что Анклав не был заинтересован в помощи здесь, внизу. А сейчас нужно много обмозговать заново». «Они пытались заключить сделку с богиней», — сказал я ему. «Они тут не для помощи». «Агась», — сурово сказал Каламити. «Да я и не думал по-настоящему, что для помощи. Просто запасной план». Каламити снова принялся натягивать камуфляжную сеть. «Где ты взял ее?» — спросил я. «Стилхус», — вздохнул Каламити. «Как Анклав впервые появился, он достал это у Кроссроудс. Сказал, что нам нужно прятать небесный бандит, пока никуда не двигаемся». Я сглотнула. Я начала думать о тех временах, когда Стилхуф защищал нас. Но в конечном итоге в мыслях остались лишь его голос, этот глубокий жеребцовый гул, как голос Флаттергая, как отметил наблюдатель, и я больше никогда его не услышу. Мои глаза горели от желания заплакать. «Он был реально хорош в этом», — мрачно произнес Каламити. «Мыслил тактически». Мы разделили минуту молчания. Несколько минут спустя мы опять летели, стараясь держаться ниже, хотя из-за рельефа это было довольно сложно. Каламити рванул нас вверх, набирая высоту, как только мы пересекли руины коттеджа Трикси. Вокруг него стояло несколько аликорнов. Нас они удостоили лишь мимолетным взглядом. Во всяком случае, я бы сказала, что выглядели они потерянно. «Завтра», — сказал нам Кроссроудс. Я моргнула от удивления. Мы находились в центре службы безопасности Стойла 29. Тело Стилхуф за почетным караулом было перенесено в комнату мейнфрема Крестоносец. В стойле царила мрачная атмосфера. «Завтра?» — переспросил я, слегка покачиваясь. Я чувствовал себя разбитым, мои копыта нуждались в отдыхе. Мой разум был затуманен, но я была уверена, что сказанное старейшиной было ненормальным. «Разве это не слишком быстро?» «Все остальные рейнджеры-отступники, кто мог прийти, уже здесь», — ответил Звездный Паладин. «Рейнджеры и Плджек», — подал голос Каламити. Кроссроудс вопросительно посмотрел на него, и он пояснил. «Не знаю, это неофициальное название, но так вас назвал Стилхуфс». Опустив взгляд на свои копыта, он добавил. «Думаю, надо бы чтить это. Это все, что я хотел сказать». Коричневая кобыла со стриженной желтой гривой кивнула. «Как я уже сказала, все рейнджеры Плджек, которые могут присутствовать на похоронах старейшины, уже здесь. Медлить не стоит. Было бы неправильно позволить его телу остаться непогребенным». Я представляла, какие здесь внутренние дела требовали решения. Стилхуфс был лидером и символом, сплотивших всех этих рейнджеров. Теперь его нет. Кроссроудс нужно было действовать быстро, чтобы не дать рейнджерам развалиться. Каждый, казалось, ожидал, что Кроссроудс займет место старейшины. Многие уже считали ее старейшиной, но я чувствовала, что был и официальный протокол, который требовалось соблюсти. И Кроссроудс не была готова принять это решение, пока Стилхуфс не был похоронен. Ее любовь и уважение к нему были слишком сильны, чтобы допустить такое. «А вы останетесь принять в этом участие?» «Даже дикие мантикоры не смогут нас утащить», — сказал Каламити. Я быстро произнесла молитву Луне, чтобы слова Каламити не стали реальностью. «Я не смогла бы никуда отправиться этим вечером, даже если бы захотела», — кивнув, усмехнулась я. «Мне было трудно даже просто стоять. Мы все останемся на ночь, если вы не против. И если у вас найдется место, где Дидзиду не будет предоставлять опасность для окружающих...» Кроссроудс мрачно улыбнулась. «Ваша светящаяся подруга? Мы можем поместить ее в одну из имеющихся у нас экранированных комнат. Я не собираюсь прогонять пони только потому, что она гуль, особенно в преддверии похорон Стилхуза, но и не могу позволить ей разгуливать по стойлу. Она опасна для окружающих». Я кивнула. Я знала, Дидзиду поймет. «Где?» «Нет, это все. Мои ноги решили, что с них хватит стоять, и попытались попробовать что-нибудь еще. Как насчет упасть?» «О-о, это хорошо звучит!» «Бум!» «Литл Пип!»
поднялся на дыбы Каламити. Его голос был полон тревоги. «Я... со мной все хорошо», — быстро сказал я ему. «Пол хороший. Думаю, я просто полежу на нем немного». Кроссроуд шагнула вперед. «Что с ней?» «Литл Пип была в прекрасной долине, когда жахнуло мегазаклинание», — беспокойно сказала ей Каламити. «Оно нарушает все правила и выкарабкивается из любого трындеца. Думаю, жизни за это мстит». «Сейчас вызову наших медиков», — начала Кроссроудс. «Я за Вельвет!» — бросил Каламити, разворачиваясь и вылетая из комнаты. Я вздохнула. «Вся эта суета. Мне просто нужно было немножко отдохнуть. Просто немножко вздремнуть». Конец первой части.